Хорошая разминка – залог успешной тренировки. Правда, сегодня она не подразумевала серьезных нагрузок. По большому счету, дети вышли на прогулку. Именно так в школе «Норма-36» решили отметить Всероссийский день ходьбы. Акцию с удовольствием поддержали и хоккеисты «Нефтехимика», которые, кстати, по словам Руслана Петрищева, довольно часто ходят пешком. Прогулка – это неотъемлемая часть жизни, как бы все время, даже при плотном графике. Ты как раз выходишь погулять, подумать о своих мыслях, где-то пройтись с семьей, с друзьями. Поэтому ты всегда, даже иногда бывает во время игр, ну, когда у нас игровой режим, иногда бывает, не бывает утренней раскатки, мы просто все команды выходим на прогулку. Врачи рекомендуют в день делать 10 тысяч шагов. Сегодня дистанция была в разы меньше, но не менее полезнее. Пешком по стадиону колонна спортсменов преодолела 5 кругов. Вот так активно провести время предложил депутат городского совета Кирилл Шабалин. Данное мероприятие мы проводим в этом году в Казани среди школ, а как депутат, поэтому было принято решение провести в Нижнекамске такое мероприятие для 36-й, 37-й школы, и чтобы порадовать детей. Детям точно понравилось, не только потому, что уроки пришлось ненадолго прервать. Как говорят ребята, они часто гуляют и ходят пешком. Это не только полезно, но и весело. Прогуливаются в основном классами в дружной компании. Нам очень нравится, но каждый день это как спорт, можно сказать. Гуляем вместе. В футбол играем, кстати. Да. Вот. Может, по парку так прогуляться. Там по улицам и на хоккей сходить. Нравится, потому что всей компании, да, очень дружно. Интересно. Да. Как бы играем, гуляем, разговариваем. С классом в кино ходим, в театры всякие. Да. Вот. Там, и нам очень нравится атмосфера эта. И все это пешком? Да. Сегодня ребята не только оздоровились, но и смогли пообщаться со сверстниками из других школ. В общем, все было весело, интересно и полезно. Конечно, в конце мероприятия не обошлось без памятной фотографии. Александр Халин, Максим Липин, новости НТР.